Всех рад приветствовать на канале Про Движение. В этом видеоролике хочу рассказать о такой причине. Это что делать, если у вас включен безопасный режим на вашем Android устройстве. Расскажу, из-за чего он включился и как его отключить. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поехали. Ну и вот он, друзья, безопасный режим, который сейчас у меня включен. Вы видите сейчас у меня на экране. Возможно, у вас он тоже включен, даже невозможно 100%, если вы зашли на это видео. И давайте, друзья, более подробно расскажу, что это за безопасный режим и как его отключить. Это, друзья, он активирован, то есть если он написан «включен безопасный режим», да, внизу, то значит вы можете удалить все вирусные приложения, а также проверить, как работает смартфон без сторонних приложений. Ну а сейчас, друзья, я вам покажу, как можно отключить этот безопасный режим. Ну и для того, чтобы его отключить, нужно просто перезагрузить телефон. Зажимаем кнопку выключения, она у меня находится справа, у вас она может быть будет где-то вверху, влево и так далее. Зажимаем ее и просто нажимаем перезагрузить. Нажимаем перезагрузить, перезагружаем. Друзья, если этот способ вам не помог, тогда вам опять нужно зажать клавишу выключения, только уже не просто выключить и перезагрузить, а вам нужно ее зажать и подержать 10-20 секунд, и тогда произойдет автоматическая перезагрузка, и возможно вам этот способ поможет. То есть просто зажимайте на 10-20 секунд, вот смотрите, как это делаю я. То есть можно нажать перезагрузка, если у вас, то есть если вам этот способ не помогает, вот как я на 10 секунд зажал. Оп, друзья, видите, идет перезагрузка. Сейчас, друзья, у меня перезагрузился телефон, и как вы можете заметить, все, у меня пропала надпись «Безопасный режим». То есть, смотрите, внизу уже ее нету. Способ мне помог какой? Второй, который я вам показал, это просто на 10-15 секунд, максимум на 20, зажимаете вот эту вот клавишу выключения, держите, проходит такая автоматическая перезагрузка, и после этого у вас пропадает этот безопасный режим. Но если вам этот способ не помог, тогда, друзья, можете просто зажать клавишу выключения, зажимаете и клавишу громкости звука вниз. То есть зажимаете клавишу, еще раз, как я сказал, выключение и громкости вниз. Зажимаете и держите также 15-20 секунд, пока не пройдет перезагрузка. Вот этот вот безопасный режим может у вас включиться, даже если вы просто идете и у вас телефон в кармане, какие-то две кнопки зажались, еще что-то, не знаю, разблокировался телефон, куда-то зашел. Но знаете, бывают такие случаи, когда мы телефон с кармана достаем, а он уже включен или кому-то позвонил случайно, да, и так далее. Поэтому, как бы, способов может быть много, почему он включается, но если он у вас включился, то, друзья, вам просто нужно его перезагрузить, как я вам уже показал, вот эти вот все способы, и тогда у вас пропадет вот этот вот безопасный режим, и все у вас будет хорошо. Друзья, но если вам понравилось это видео, и у вас получилось отключить его, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!